Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с удовольствием вам представляю мою предпоследнюю отреставрированную работу. Это родильный стул, Валенсия его называет Сия дель Порто, что входит в национальное достояние Валенсии. В свое время это целый был культ делать родильные стулья. И когда мне попал такой стул, конечно, в очень ужасном состоянии, я решил дать стулу вторую жизнь. И вот что у меня получилось. Было очень-очень много слоев краски. Я все это очистил и покрыл тонким слоем лака. Получилось, как на мой взгляд, очень-очень замечательно. Вот, как видите, этот стул может украсить прекрасно квартиру, офис, что очень популярно в Валенсии. Ну и будет прекрасным подарком. Так что, дорогие друзья, если кому-то понравилась эта работа, пожалуйста, стул находится в наличии. Обращайтесь, я готов к диалогу.